Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Циву пятую. Вот тут универ достроили, замечательно. Давайте теперь банк стройте, конечно, это долго. Ну что поделать? Надо строить потихонечку. Так, а вы продвинулись, вот обстреляйте говнюков. Так, караван. Проложить торговый маршрут с Веллингтоном. О, Веллингтон тут уже копейщиков нанимает. Красавчик, чё. Не, конечно, могу пойти его завоевать, но мне смысла нет. Тогда я не смогу с ним торговать. Вот. Так что лучше с городами государ... Вообще с городами-государствами лучше дружить. Вот, чем с ними воевать. Блин, фарфоровая пагода долго 28 ходов. Но это не 36, как он мне предлагал. В любом случае. Так, ставим рудник. И золото в торговую сеть добавится. Так, отлично. Разнесли мы лагерь этих говнюков. Сейчас мы еще тут этих говнюков зарамсим всех. И вообще будет хорошо. Санкт-Петербург-арену строит, там универчики. Так, серебро на лошадей? Нет, я не согласен. Серебро на лошадей? Лошади мне просто нафиг не нужны. Я серебро могу выгоднее продать. Кстати, сейчас тебе же и продам, Александр. Сейчас тебе же и продам. А, так это тоже метательный отрядец. Пресса – лучший способ просвещения и улучшения человека как существа мысли. Так, понятно все. Ага, рабочие. А откуда вы тут? А, это ж я построил, да? Ну вон, вот тут загон ставьте, что тут все понятно. Давайте тут добивайте этих говнюков всяких. Так, а вы стреляйте сюда. Вас, кстати, можно загрейдить в арбалетчиков уже. Как раз мы только открыли. Так, давайте арену тут закажем. Блин, следующий ход... Ой, слава богу, дипломатия. С Александром торговля. Что ты хочешь, как тебе вот такое? Блин, ну алмазы и мрамор я не согласен. Могу предложить серебро и железо 5 штук. За твоих китов. Серебро, алмазы и 30 ходов открытые границы. Нет, открытые границы ни при каких условиях. Да иди тогда нафиг. Ты чё, чё у тебя только одни киты? Иди гуляй. Так, Казимир, у тебя ничего нового не получилось? Нет, только сахар. Так, Александр, а Наполеоша? Жемчуг, бонжур. Что-то у вас туговато с ресурсами, я вам хочу сказать. Ладно, юнит ждет приказа. Ты сюда пришел? А, тут уже есть плантация. Я думал, ее тут нет. Блин, фак. Бывает в жизни. А, так это я... Короче... Юнит, стой лечись вообще. Чё ты с пол хп ходишь? Зачем ты нам нужен с пол хп? Я не согласен менять серебро на лошадей. Мне лошади не нужны. Я на своем континенте... Один. Мне воевать не с кем. Наполеон вошел в новое время. Кстати, не есть хорошо, что он вошел в новое время. Текс, мечники. Давайте валите этих говнюков. Все, отлично. Мы тут проредили немножко количество врагов на квадратный метр.
И здесь проредили количество врагов на квадратный метр. Так, тут построить лагерь. Следующий уровень. Замечательно. Просто великолепно все идет. Это пока мы воевать не начали. Сейчас как начнем воевать, там пипец за пипецом пойдет. Пипец за пипецом. Эх, Нижний Новгород все голодает и голодает. Ну что поделать. Так, давайте продвинемся к этому лагерю. Обстреляем его слегка, нормально. Так, выбрать проект. Жандармерия, банк, арена. Давай банк. Долго, ну, пойдет. Медленно, но верно, мы его построим. Блин, а что тут у нас за клетки? Да клетки вроде все грамотные. О, только безработные горожане. Фигли, я что-то я тут сейчас не уловил. Момента. У нас были безработные горожане. У нас в Москве хоть нет безработных-то? Есть. Да с хрена ли они нужны вообще? Москвичи, вы чё там? Вон, 4, блин, яблока можно обрабатывать. Тут по 2 яблока. Зачем вам без... А, ну у меня приоритет стоит. Я так буду долго эту пагоду строить. Все, понятно. То есть можно, в принципе, знаете, как делать? Я сейчас уже сниму всех вот этих вот. И просто хоп, приоритет рост. Хоп, по умолчанию. Слушайте, меня пугают вот эти безработные граждане. То количество, которое он... Не, это лажа какая-то. Слушайте, его ручной контроль. Я сейчас сам все на контролю грамотно. Вот так вот оно явно лучше. Так, это клетки по-любому, которые мы обрабатываем. Теперь один в мастерскую однозначно. Два в универ. Ну и в рынок можно, чтобы торговец появился все-таки. Деньги не лишние будут. Так, теперь... Блин, 30 ходов так получается. А если я из рынка и универа убираю? Двадцать пять ходов. Ну да, надо тогда вот так вот их поставить. 25 ходов и один безработный, да? Где у меня еще с молотком нету клетки? Могу вот эту купить. Сколько она стоит? 50. А с двумя молотками ничего нет. Ладно, давайте вот эту купим. И поставим сюда еще. 25. Ну ладно, нормально. Так, юнит, ты тут прииск построил, да, золотой? Все ништяк. Давай, наверное, иди вот тогда сюда каменную шнягу строй. Так, юнит ждет приказа. Ты прокладывай торговый маршрут с Веллингтоном. Все нормально. Юнит ждет приказа. Ты обстреливай говнюков. Все, следующий ход. Так, обстреливаем, добили.
А, добили, все отлично. Эх, фарфоровая. Долго строишься. Долго строишься. Ладно. Следующий ход. Надеюсь, мы ее первые построим. Потому что если не мы, то будет очень и очень обидно. Очень и очень обидно будет. Но ничего страшного. Но мне хочется ее пипец как первым построить. Очень пипец как хочется ее первым построить. Кстати, в Питере сейчас закончится строительство арены. Что тоже очень хорошо. Так, в Питере закончилось строительство арены. С улучшением в виде рудника. Так вот, ребята сейчас и будут строить улучшение в виде рудника. Так, вы построили. Ладно, давайте я вас спущу в автопостройку. И вас спущу в автопостройку. О, сюда еще одни варвары пришли под удар. Нормально. Одних отстрелили, следующие пришли. Так, кузню пока не будем строить. Давайте построим. Ну, сад я не знаю. Дайте оперу построим. Культура все-таки пригодится. Вот, ибо всякие институты нам тоже нужны. Прим-пирим-пи-пим-пирим-пи-пим-пим-пим. Пим-пирим-пи-пим-пирим-пи-пим-пим-пим. Так, Екатеринбург, ты давай расти веселее. А кем? Кем и какой? Стоп. Москва, Новгород, Ростов есть. Из Питера. Из Питера разграблен торговый путь. А кем? Извините меня. Слушайте, я сейчас рыцарей куплю. Я сейчас всем по башке дам. Это по-любому варвары. Больше тут некому. Ну, никто же не мог. Блин, варвары разграбили мне. Вон еще появились. Да задолбали. Варвары. Вы задолбали спауниться со всех сторон. Я с вами воевать не успеваю. Но у меня границы уже большие. Так что, в принципе, оно все нормально. Долг газеты печатать новости. Слушайте, я даже не столько там сейчас тех буду, сколько я боюсь за... Хрена себе лагерь варваров. За где заспаунился? Долг газеты печатать новости. Так, а ну тоже сюда куда-нибудь. На подхват, короче. Ой, вам, блин, это оно надо, короче, именно плыть. Пипец, я в шоке. Так, акведук готово. Давай монетный двор. Тут у нас много голды. Ну, немного, но одна есть. Нормально. Слушайте, а рыцари не слабо снесли, кстати, целый отряд лучников. Прям хорошо. Так, по башке им дали. Ага, вот и экономика уже пошла изучаться. 21 ход до фарфоровой. Блин, вы еще скажите, что они разграбили дорогу. Слушайте, рыцарь, а ну-ка. Сгоняйте. Чё, вы еще не добежали? До какого хрена? Непонятно.
Так, метка луки. А чё как-то так всё стрёмно? Вы захватили? Вот, всё, лагерь захватили. Так, следующий ход. Ладно, ничего страшного. Тут ребята всё сделают по ходу пьесы. Всё восстановят, ничего страшного. Рыцарями я сейчас этих снесу. Чуваков. Просто жалко, конечно, поле одно. Поле жалко. Блин, вот лучники, вот вам надо вот это стрельнуть. Так, трудоголики мира. Я на 8-м месте. Ну, ничего страшного. А, что теперь скажете? Так, рабочие, значит, бегите сюда. Все, убили. Блин, это ж они еще раз грабят. Давай-ка ты это... Рыцари, давайте-ка вы их зарасхренячьте. Ага, все, зарасхренячили. Следующий ход. Что-то он не нажимается. Ага, вот. Юнит ждет приказа. А, так вы можете еще ходить. Ну тогда бегите обратно. Все, следующий ход. Блин, а рыцарями можно не слабо зарашить. Ну да. Есть, кстати, стратегия в Циве. Я это точно знаю. Как раз заточенная под рыцарский раш. Ну там, правда, рыцари, если они у меня сейчас на 200 каком-то ходу, там они, по-моему, берутся... Вот я точно не помню, не буду говорить. Но быстро они там берутся. Кому интересно... красители, хлопок, жемчуг. Так, все вам, короче, не так теперь стало. Все им не так стало. Так, рыцари, держите муштру. Ой, против копейщиков, кстати, фейл. Копейщики против конницы очень хорошо. Ну, хотя нормально, нормально. Нормально. Не так уж мы и зафейлили, скажем так. А везде строительство идет, экономику отстраиваем. Просто жестко и жестчайшим образом отстраиваем все. Блин, Веллингтон, вы бы могли бы и помочь. А то так вот. Блин, убил одного лучника, говнюк. Ладно, лучники, ваша задача добить. Так, где-то что-то построилось, в Ростове построилась арена. Можно зоопарк, оперу, маяк, мастерскую. Давай оперу. Так, рыцари на реген. Следующий ход. Вон, там уже бежит этот. Мечниковская, в общем, поддержка. Неизвестный игрок зашел в новое время. Это хорошо, что он зашел в новое время. И Казимир зашел в новое время. А я уже себе экономику делаю. Конечно, долго делаю, но делаю. Так, лучники, теперь давайте там регеньтесь. Блин, фигли вообще варвары это. Ага, рабочие. Ходят. Так, тут все отстроено. Вот тут вот овечкам надо построить выгон. Выгон, чагагон. Вообще здесь надо еще разбить этих ферм побольше. Потому как фермы нам тоже очень нужны. Так, слоновая кость на шелк. У нас слоновой кости, насколько я знаю, много. Да, согласен.
Шелка у нас нет. А что у тебя еще есть? А, ладно, пофиг. Вы и Веллингтон больше не друзья. Вах, вах, вах. Город Ростов любит отчизну. О, мы красители продавали в единственном числе. Теперь Ростов любит отчизну, потому что у нас есть красители. Замечательно. Слушайте, великолепно просто, что Ростов любит отчизну. Кстати, что касается шелка, он у нас вот тут вот есть. Ты тут до китов еще не дорос, Екатеринбург. И купить нельзя. Так, ладно, следующий ход. Юнит ждет приказа. Ага, это как раз этот. Давай, нападай. Так, ты тут строй выгон. А вы в реген также становитесь. Все, нормально. Нормально. Ладно, я тогда думаю, мы на этом этот выпуск и закончим. Большое вам спасибо, что посмотрели. Нет, за 5 голды я тебе красители не продам. Я тебе красители могу продать. У меня их сколько? 3, да? За китов. Блин, а может ты не за 5 голды, а скажем за 7? О, за 7 голды. Нормально. 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 Так, ладно. В любом случае мы на этом выпуск закончим. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.